Доброе утро! На лучшем телеканале «Первый Крымский» ваша самая любимая, долгожданная, аппетитная рубрика «Завтрак», без которого немыслимо начало любого нормального рабочего дня. Традиционно мы сегодняшний завтрак готовим вместе с шеф-поваром удивительного ресторана «Фабрикант» в самом солнечном городе Симферополь Андрей Федорчук. Доброе утро! Какие ингредиенты нам нужны для завтрака, который называется у нас сегодня? Оладьи из яблок. Оладьи из яблок. Что может быть проще, вкуснее и лучше? И самое главное, что готовить это очень просто. Для этого нам понадобятся яйца, мука, яблоки, ну и масло. Скажи, пожалуйста, вот предпочтительно какие яблоки должны выбираться для этих оладий? Яблоки могут быть любые. То есть... лучше всего те, которые более плотные. И самое главное, удалить сердцевину. Она нам не нужна. Кстати, чтобы они не темнели, что нужно делать? Можно сбрызнуть лимоном. Угу. И, между прочим, все самое полезное, опять-таки, в кожуре. А почему ее надо обязательно чистить? Она нам не понадобится, потому что нам нужна будет только лишь само яблоко, чтобы текстура теста нашего была... мягкая, нежная и без кожицы. А я, наверное, бы из кожицы тогда бы заварила какой-то яблочный чай. Пробовала, кстати, получается ничего, вкусно. Так, трем, натираем. Я буду на этой и на этой. О, кстати, да, можно скомбинировать и крупную, и мелкую сетку. Все, я поехала. Мы сегодня сделаем с клубничным джемом. Угу. Ну, это опять же... кто-то со сметаной, кто-то, может быть, с каким-нибудь другим джемом. По-моему, должно быть вкусно. А вот я смотрю, да, у нас сметанка. Масло какое предпочтительнее? Масло подходит. Любое. Любое, главное, хорошо разогретое. Еще у меня есть вот такая форма. Так. Чтобы у нас оладушки получились ровные, одинаковые. Ну, и это край. Не обязательно, но нам нужна эстетика. Нам нужно, чтобы было красиво. Добавляем одно яйцо. Сметана. Прям туда? Да. А, кажется, яблоко само по себе сочное, и сметана может быть... Сметана просто придаст более такую... нежную текстуру. Нежную текстуру теста нашего. Хорошо. А я смотрю, у нас ни сахара нет. Вот есть сахар. А, есть сахар. Это я плохо смотрю. Добавляй. Я? Ну ладно, хоть не солить-то. Сколько? И еще раз. А соль не добавляем? Вот говорят, что надо все равно добавлять соль, чтобы подчеркнуть сладость. Можно добавить. Но мы не будем. Ну мы не будем. Можно, но не нужно. Формочка. Можно еще, кстати, вот так вот сделать. Как? Немножко смазать. Чтобы не пригорало. Или чтобы отставало хорошо. Чтобы отставало. И эту ложку, которую мы выкладываем в форму, распределяем ее по всей формочке. Да. Высота нашего оладушка не должна быть выше 1 сантиметра. Математика. Чтобы прожарилось. Да. Оладьи наши уже готовы. И один немаловажный момент, их надо промокнуть салфеткой. Избавиться от лишнего масла. Любое, чтобы вы не жарили, стоит удалять излишек жира. Так, теперь наводим эстетическую красоту. Осталось самая малость. Полить это все нашим сиропом. В данном случае у нас клубничный, и поэтому оформим его клубничкой. А если сироп ежевичный, то ежевика. И вот так, таким образом, приготовили на скорую руку быстро, очень легко и вкусно, и полезно. А кто тебе сказал, что это вкусно? Сейчас узнаем. Сами понимаете, утро может быть добрым лишь в том случае, когда вы его начнете правильно. Будет обязательно в вашем рационе завтрак. И если он на самом деле вкусный, я уже не могу говорить, я уже хочу побыстрее попробовать. А, снимай пробу, как я приготовила оладушки. Ну, по-моему, это потрясающе, потому что пахнет здорово, очень красиво. Ну, и сами понимаете, когда готовит шеф-повар. Вкусно. Вкусно. Приятного аппетита.